Ой, блядь. Нас нашли, надо проверить, что с лагерем. Это стилеты. Целая стая приехала разбираться. Бери группу. Они здесь тоже, Сол. Их много. Разберись с ними и сюда. Поможешь остальным. Надо помочь с почти на месте. Вижу по нам. Этих говноедов идут почти. Все мы вместе и по отдельности должны думать прежде всего о благе семьи. Не начинай. Если я должна уйти из клана, так и скажи. Я уже задолбалась выслушивать твои наставления. Боюсь, придется их выслушать еще не раз. Потому что теперь ты будешь возглавлять эту семью вместе со мной. Что? Я хотел все обставить торжественно, но будь по-твоему. Все просто. Я ошибся. Ты была права. Надеюсь, в последний раз. Я столько всего сделала неправильно. Ты же говорил, что... Знаю. Теперь я думаю иначе. Ты рисковала собой ради семьи, хотя даже не знала, примут ли тебя там на следующий день. Окей. Ну, тогда довольно много придется поменять. Да, и для начала надо убраться отсюда как можно быстрее. Милитех, скорее всего, будет нас искать. Это верно. Я распишу, как нам ехать. Поздравляю. Кошмар. Я голосовал против. Спасибо. Мне надо немного прийти в себя. Пойдешь со мной? Какой интересный день. Чувствую себя так, будто в последнюю минуту вернулась от поезда. Примерно так и было. Не знаю, как бы я без тебя справилась. Блин, вы видели? Да ну, перестань. Как он их всех раз... Нет, правда. Мы все у тебя в долгу. Ты можешь рассчитывать на Альдекальда. Всегда. Ха. Буду знать. Мне больше интересно, скольких мы потеряли. Ага, за баром никого. Это мне нравится. Пиво? Лимонад? Мне пиво. Ну, за хэппи-энды. Будет не хватать приключений. Мне тоже. А с другой стороны, кто сказал, что приключений больше не будет? Ви, оглянись. Посмотри на них. Вы можете стать семьей. По нам, что ты? Останься. Поехали с нами. Я бы очень хотел по нам. Правда.
Угу. Сейчас, наверное, будет много. Но я пока не могу. Сначала надо закончить кое-какие дела. Я понимаю. Такие решения с потолка не принимают. Я просто подумала... Ладно, забудь. Я подумаю над этим, обещаю. Ви, спокойно. Все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я помню, мы разговаривали, и вдруг... Ты потерял сознание надолго. Мы забрали тебя с собой. Куда? Мы перенесли лагерь в новое место. Здесь мы пока в безопасности. Не волнуйся. Нет, ты еще не умираешь. Ви, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь, потеря сознания на несколько часов. В чем дело? Панам, мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Если я скажу тебе правду... Боюсь, между нами уже все будет по-другому. Ви, послушай меня. Что бы ты ни сказал, это не изменит того, как я. Короче, перестань вилять и скажи уже, в чем дело. Ты знаешь Джонни Сильверхенда? Ну да, по радио иногда гоняют какое-то старье. А что? В этом все дело. Джонни жив. Он сидит в моей голове. Он что? Как это? Я сейчас не поняла. Это что, метафора какая-то? Долгая история. Я взял заказ, проебался. И теперь у меня в голове живет конструкт Сильверхенда. Херня! Он тоже не в восторге от всего этого. Оказалось, мы несовместимы. И это проявляется все отчетливее. Ты правда не шутишь? Я пытаюсь с этим жить. Вернее, выживать. Но твоему здоровью это явно не помогает. Я пойду. Мне уже лучше, правда. Погоди, я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Привет, Мич. Наконец-то. Мы беспокоились. Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стоит. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Все в порядке? Уже все нормально. Спасибо, что помогли. Что ж, я рад. Надо же, как быстро вы обустроились. В этом у нас есть кое-какой опыт. Место хорошее. Здесь у нас больше контроля над окрестностями. Остальное приложится. Расскажи лучше, что с тобой. Ты нас напугал. Спасибо. Еще на чуть-чуть останусь. Чувствую себя как дома. Помни, наше предложение в силе. Если что-то понадобится, Альды Кальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, ты знаешь, где нас найти. Thank you.
может тебя проводить? Я знаю эти места. Ездила тут когда-то. Здесь точно безопасно? Пока да. Милитех так далеко не заходит. Ну и здесь наблюдательные позиции намного лучше. Добро пожаловать обратно в мир живых. Ну, наконец-то. Наш спящий красавец проснулся. Но ты же понимаешь, это все временно. Скоро нам надо будет думать, что делать дальше. Ви, насчет того, что ты рассказал. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь? Честно говоря, не знаю. Погоди, должно же быть что-то. Или кто-то. Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотел его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Ты придумаешь. Только потом позвони мне. Я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил, слышишь меня? Спасибо тебе за все. За то, что поддерживаешь. Береги себя. И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай. Оля! В чем дело? Скажи, что... Какие-то проблемы с сигналом. Кто знает, может, это из-за Дакоты и этого ее ловца снов.
Дался тебе этот Сведен Херберг. Хочешь найти его и расспросить о смысле жизни? Ну так я тебе хоть сейчас скажу. Нет его, смысла этого. Особенно, когда в башке у тебя сидит клоун и все время подпездывает. Дай подумать в тишине. Ой, да ладно. Думать ты еще до меня бросил. Но, конечно, вали все на голоса в голове. Тихо, тихо. Надо осмотреться. Пиратский роутер. Думаешь, проделки нашего философа? Есть только один способ узнать. Сигнал совпадает с тем, что поймала Нэнси, и он уходит дальше в пустоши. Похоже, это прокси-сервер. Только не говори, что теперь мы собираемся Почему туда. Нет? Да потому что это все херня. Чувак срет людям в мозг, а они и рады. Его откровение — это уровень трудного подростка-бунтаря, но все на это ведутся. Разделение власти на три ветви подобно лоботомии для народной автономии. Блять, серьезно? А, ну все ясно. Я понял, ты просто ему завидуешь. Я завидую. Этому Сведен Херу ты совсем с башкой не дружишь. Ага, его ведь слушают анархисты и бунтари. А твоя группа играла в вонючих засанных клубах для укуренных прыщевых подростков. Закрой рот, нихуя ты не понимаешь. Докатись скатертью по жопе.
Керри? Джонни? Джонни сейчас нет дома. Это Ви. То есть он приходил только на один раз? Прямо как та неверная жена, которая заявляется к тебе в тюрьму, чтобы успокоить свою совесть. А потом пропадает в неизвестном направлении. Что-то вроде того. Джонни бы 100% оценил метафору про тюрьму. Керри, у тебя что-то случилось? Есть работа. Я почему-то подумал, что тебе идеально подойдет. На углу Грей и Малагра. Рано утром. Там поговорим. Идет.